мрак, он всегда присутствует. Вот, но... Конечно, здорово о нем говорить и различать, где свет, где тьма. Вот. Ну, тут у нас есть замечательные лица, мелькают. Я там подобрал некоторые фотографии тех людей, которые пострадали именно... Ну, тогда, да, вот Володя рассказал о том, что вот о современном положении действительно сейчас тоже люди есть страдающие за свои убеждения. Просто, ну, есть такой момент, что обидно, когда страдаешь, а ничего за этого не получаешь. Ну, должна быть какая-то выгода. Мне кажется, здоровый практический подход. Шоколадки, да. Вот. Потому что если человек как бы страдал, страдал, а в итоге он опять оказывается в аду, ну какой смысл из ада в ад попадать? Это вот. Про что? Я про новомучеников. Поэтому люди, страдавшие за веру, они как-то, ну, у них все, это все очень понятно, правильно. Поэтому, ой, сейчас. Это нажал. Вот. Ну, я вчера вот тоже там участвовал в акции, читал списки на Донском кладбище. Там похороненные люди уже, ну, разные люди. Вот читал, там были немцы, которые, вот я так понял, они какие-то, ну, шпионажи, но это уже после войны, это немцы, которые после войны расстреляли. Ну, то есть вот разные есть репрессированные. Вот. Опять же, не знаю, насколько они невинны, невинные, пострадавшие. Но я к тому, что если должен быть все время вот свет в итоге, ради чего все это? Мне кажется, об этом тоже важно говорить. То есть, когда человек знает, ради чего, если он видит этот свет, то он в любом мраке не потеряется, и все его страдания и будут не напрасны. Самое обидное, если напрасно. Вот как коммунизм. Строили, наконец построили. Ну, слушай, у нас Ленин до сих пор мавзолей, и станция метро Полежаевская есть. И вообще. И Войковская есть. И Войковская, пожалуйста. Ну, это Ленинский проспект. Ленинградский. В каждом городе улица Ленина. Да, и площадь Ленина. Об этом у меня есть песня. Я, наверное, сейчас спою. Если слушайте, настроишь гитару, то ты нам ее споешь. Я что-то потерялся в гитаре, не понял, что включил. А, вот, нашел. Я не волнуюсь, но что-то вот у меня с настройкой. Я к тому, что здесь вот есть фотография, но я вот хожу в храм Подольский, уже многие знают. Там этот Серафим Чичагов, самый известный мученик, митрополит. Ну вот там фотографий много тех, которые уже, ну вот, когда они уже попадали в тюрьму перед расстрелом. И на самом деле очень интересно выглядываться в эти лица, они очень разные, на самом деле. В каких-то глазах, вот может быть, вот здесь вот точно нет страха. То есть человек, вот, я не помню, кто это точно. Вот. А у нас Александр Агафонников, ну, я сейчас, может, дождусь. Ну, тоже человек, который знает. То есть, на самом деле, перед лицом смерти все очень как бы по-разному выглядит, держится. Вот. Но вот Александр Агафонников, там меня очень поражает. Он, у него вот на этой фото, ну, там за день до расстрела, там вообще нет никакого страха. Вот. И для людей верующих это, на самом деле, очень характерно. Ну, ладно, тут долго ждать. Вот. Потому что самое главное, что... Мы можем не попасть под репрессии, можем попасть в любую другую ситуацию. Если мы знаем, ради чего этот свет. Вот. Но на самом деле вот надо смотреть в эти лица, особенно вот в эти лица. Конечно. Это просто верх. Ну вот образцы для подражания, да, вот, ну к чему, вот, если насчет упадка культуры вообще там. А, ну вот это, кстати, многие знают, да, что это родственник, дедушка Александр, не помнишь. А, вот Александр Агафонников, вот. Ну, посмотрите на это лицо за день до расстрела. Вот ноль страха, то есть вот. Он все понимает, но идет туда, куда идет, на свой Голгоф. Вот, я к тому, что я попытаюсь раскрыть тему как раз света во мраке. Вот, наконец-то настроился.
прозрачный звук дымка флёр, смирение красок, гармония форм, сияние горнего мира. И треск от свечей, как всплеск ангельских крыл, все входит царь славы, начало любви. Сослужат небесные силы. И рай вновь отверсты, и царство ключи, огонь благовестия, и плоть да молчит, да будем в духе едины. Зажги свою свечу среди мрака мира, его стен. Чуть-чуть, но светлей станет всем. Зажглась еще одна яркая свеча. Пламенной рекой вечный океан, тот, кто жив, да зайдет по ней. Зажглась еще одна добрая свеча. Да слава Божию, да поют сердца, горя любовью небесного Творца, от сердца к сердцу пламя раздая, во свете свет за царскими вратами алтаря. Зажги свою свечу среди зимы мира его зла. Чуть-чуть, но теплей станет всем. Зажглась еще одна горячая свеча. Быть пламенной рекой вечный океан. Зажглась еще одна верная свеча. Еще одна, еще одна, еще одна. Тьма – это отсутствие света. Если человек не зажигает свою свечу, то там появляется мрак. Вот, соответственно, чем больше зажигается свечи, тем этот свет больше, и мрак просто
отступает. Ну, собственно говоря, это чуть-чуть перефразируя Володина слова. То есть можно делать чуть-чуть по-другому, вот, но, естественно, не мирясь со злом. Вот. Это такой путь света, когда мрак просто бежит в страхе. Вот, такие случаи случаются. Вот в нашей стране случилось такое чудо. Я рад, что был этим свидетелем. Вот, потому что 91-й год, это, там вот это все, что происходило. Я жил в советской стране, ходил в советскую школу. Это на самом деле для меня была нормальность. Вот, честное слово, никто не думал, что то, что произошло, может произойти. Это было невозможно. То есть мы учили там, вот я испанский изучал, мы на испанском изучали там вот про эти съезды. То есть мы вот на испанском учили, что там на съездах были. То есть маразм. Но для нас это была нормальность. То есть никто даже об этом, все нормально, что вот испанский надо учить, кто там. Брежнев сказал, что на съезде какой-то там партии. Пуэбло, унидо, хамас, сиранси. О, ес! Вот, может, Юли. Вот, но вот 90-й год, это вот как это все, это на самом деле это было чудо. То есть, ну вот это был такой слом, и вдруг появился этот свет. У меня этот свет появился вот в рок-музыке. То есть, на, вот, когда я услышал там вот эти Цоя, Кинчева, на самом деле это было что-то для меня тоже такой вот луч света в темном царстве. Вот. Поэтому вот мы тут собрались, мы тут музыканты, пишем свои песни. Вот, каждый. И мне кажется, что вот мы зажигаем свечи. Почему эти свечи так мало кому нужны, мало кто ими пользуется и тоже не зажигает от них свет, это тоже вот проблема нашего времени. Я об этом постоянно говорю, что то, что вот это творчество не нужно, не востребовано, это показатель тоже вот проблемы нашего, так сказать, общества, то, что оно погружается во мрак, само там вот не замечает. Вот. Еще у нас Юлия Тюникова осталась. Тогда я спою песню, которая для меня является сейчас, ну, такой программной, самой важной. Вот. Продолжаю тему «Света во тьме». А, нет. Сначала спою другую песню. Продолжая тему Володи, потому что сейчас у нас еще такая есть проблема, ну, может быть, она... Ну, вот Володя об этом говорил, я вот перевожу на свой язык, проблема называется расчеловечение. Вот, она происходит чуть-чуть постепенно, опять же. То есть человек становится как-то не так важен, вот, сам человек, вот, как человек, как личность. Вот, заменяет всякие там вот, аватарки в интернете. Ну, в общем, для меня это вот явная такая есть проблема. И почему, опять же, живое творчество мало востребовано, потому что вот сам человек не интересен. Есть люди, у которых миллионы подписчиков, там какая-нибудь барышня с пустыми постами. Вот. Ну, и так далее. Вы это все знаете. Я лучше спою. Сначала будет песня. Что? Барышня с пустыми ведрами. Наверное. Лучше ее на пути не встречать. Просто песня называется «Человек». И там, кстати, вот как раз упоминается Бутовский полигон. Тут у нас мелькают ваши иконы бутовских новомощников. Я дышу, я живой, кто закрыл меня в стенах. Заключу, кто подспутно за дворках вселенной. Кто все окна закрыл, запер двери снаружи. Кто сказал, что мой дар никому здесь не нужен. Кто прошел сквозь меня, не найдя человека. Говоря о любви и скончании века. Кто так мягко стелил, в уши лил сладкий мелос. Говорил, победим, вместе мы венцеремос. Кто меня называл другом и братом. А потом целовал, предавал быть распятым. Кто меня закопал на задворках вселенной. Память стер обо мне на задворках вселенной.
по переходу метро, крутыми лестницами вверх. Пока свободен проход, пока не встал там никто, пока ты жив, человек. И дышится легко, и небо высоко, и в книге облаков читаю я одно. Я бегу, как во сне, а шаги мои гулки. Сквозь тоннели бега, дворы, переулки. И мелькают, сливаясь, и мелькают, сливаясь, события и лица. Города, деревушки, строения столицы. Снова слышится мне сквозь грохот салюта звук расстрельной стрельбы, будто вот будто. И прицельно глядит спины вежливый Каин. Как всегда он готов первым бросить свой камень. В переменчивом мире на билбордах рекламы старый кич, новый фарс исторической драмы. Пожиратели смерти, книжники и фарисеи строят неземной рай на песках мавзолея. А я лишь человек с живою душою, и здесь мой макрокосм не вмещаем толпою. Разверзаются бездны тьмы смертные недра. Кто спасет нас от них на задворках вселенной? По переходам метро, крутыми лестницами вверх. Пока свободен проход, пока не встал там никто, пока ты жив, человек. И дышится легко, и небо глубоко, и в книге облаков читаю я. И дышится легко, и небо высоко, и в книге облаков читаю я. Как раз вот песня «Сердце горения». Сколько в мире разлук, сколько в мире печали, сколько не сберегли, сколько мы не додали. Доброты и тепла, и сердечного слова. Расстаемся опять и увидимся снова. Время словно песок утекает сквозь пальцы. Все мы странники тут, все мы здесь постояльцы. Постоим и уйдем приоткрытую дверцу. И с собой унесем лишь горение сердца. Сердце горение, сердце биение,
дороге в Эммаус, когда ты рядом, мое спасение, я не боюсь, что будет пусть сердце горение, душ тяготение. В небесный край, в небесный кров, на берегу костра цветение, рыба и хлеб, твоя любовь. На реках вавилонских, там он седохом и плакохом, негда по минуте нам сиона. Аще забуду тебе Иерусалиме, забвенна будет десница моя. Сколько в мире людей, их истории судеб, сколько горя и слез было и будет. Я как Иов в грязи на обочине мира. Презираем забыт проходящими мимо. Словно сон житие, мимолетные тени. Промелькнем, у нас нет необъятной вселенной. Но пока не порвалась золотая цепочка, верю, будет в конце свет очень не точка. Воскресенье жизнь, на тебя уповаю. Все пройдет, но не ты, раю мой, раю. Все страдания и боль на себя принимая. В сердце грязь ты, огонь твой не опаляя. Сердце горение, сердце биение, и на дороге в Эммаус, когда ты рядом, мое спасение, я не боюсь, тебе молю. Сердце горение, душ тяготение, в небесный храм, в небесный кров, на берегу костра цветение, рыба и хлеб, твоя любовь. Сердце горение. А вот и Юля. Вот. Натянули. Вот священномученик Сергий. Замечательно.